дорогие зрители. Вот, пришел я на рыбалку, подводную охоту. Хотел именно снять вам ролик, просто вот поднялись вот волны. Жалко. Не хочу уходить с пустыми руками. Думаю, что нырну и покажу вам именно, что у нас находится под водой. Итак, дорогие зрители, я не смог войти в воду, так как были волны. И вот разозлился я, дорогие зрители, на Посейдона. Хотел вам именно показать подводный мир, не получилось, жаль. Пришел я сейчас на картинг, чтобы скинуть свой стресс. Я 30 минут готовился, чтобы порыбачить. Вышел с Тосмара в сторону Каркаджака. Как парканулся, начались волны. И вот, сейчас я вам покажу съемку именно с картинга, который находится в районе Тосмар. Пожелайте мне успехов. Район Тосмар. И вот, дорогие зрители, мы доехали до остановки. О, я скинул свой стресс, так как не смог половить рыбку, не смог вам показать подводный мир. Приходите и отдыхайте. Всем пока-пока.